Отже, Марк, доброго вечора вам. Добрий. Христина Бондаренко, Сергій Мельничук, Богдан Кутєпов. Але всіх не запам'ятовуєте. Будемо з вами сьогодні. Давайте. Христина, давайте начнем. Алло. Так, я вас чую. Давайте начнем сначала. Тут є кілька фраз осіб. Во-первых, я не руководитель Одеської самообороны. Я руководитель общественной организации Рада громадской безпеки. Это, как говорят у нас родители, две большие разницы. Добре, вибачте, ну, бачите, бувають такі помилки в нас. Будь ласка, ще раз, так сказати, я про це не замітив, а потім у нас на діти підняли, що буря між патріотами, що хтось в чому-то не так себе позиціонує. Це дуже важливо. Второе, ви сказали, що він нам щось об'ясняв. Ми вивезли в сіть, по-моєму, 5 роликів. Вы показали один из этих роликов. Мы с ним общались в течение 3 часов. Вот. Поэтому поверьте мне, то, что он сказал потом абсолютно свободно в своем родном городе Москва, что он был испуган и обосрался, то это я фактом соответствует. Так розкажіть, як все відбувалося от спочатку? Тобто ви його випадково побачили в одному з ресторанів Одеси? Як це випадково, так? Ви його впізнали? Ні, випадково, так. Коли ми вже вісили отдохнути після двохдневної боротьби зі снігом, мобілізація РЖД, яка займалася тим, що допомагала спасати город від снігу, а вечором нам позвонили, не позвонили, прийшло сообщення по соціальним сетям, що пам'ять сидит в этом ресторане. Я сначала не поверил. Мы перепроверили. Когда кто-то так, мы приехали в этот ресторан РДБ, Автомайдан, в первую очередь, две структуры, всем известные Евгений Регушин и вместе со мной, вместе с нашими активистами и активистами Автомайдана. Мы туда подъехали, пришли, увидели этот столик. Ну, пошутили, знаете, я понимаю, что с русскими сложно шутить, они сразу воспринимают все на самом деле. Мы действительно зашли, увидели большую компанию, я сказал, ну что, все, пришли, детские каратели, все будем тебя карать. Ну, это как бы была такая легкая предоступка в этом смысле. Ну, понятно, что после этого человек начал сильно пугаться, освободили столик от гостей и девушек, которые сопровождали эту компанию. Там когда типа, что мы с ним сидели, пили, выпивали. Ну, господи, это опять абсолютно неправда. Просто там остатки бюджет этой компании было. А мы пили и начали вести воспитательную беседу. Вот. Это было порядка 5 часов. Он действительно был сильно перепуган. Я вызвал милицию и жду. Ну нет, это милиция приехала из СБУ, мы так и не пристали. Милиция, я просто поганый звук, милиция, вы выкликали милицию, так? Да, мы так сюда приехали, мы вызвали милицию. Угу. Вот так вот все беседа, потом подъехала молодежь, которая вот фотографировалась с Саниным Трофеем. Это наш известный в городе Ваня Лосипый, такая легендарная личность. Вот. Который, я не знаю, то ли он находится в патриоте Украины, то ли не находится, у них там свои сложные организации. Вот они подъехали, тоже поучаствовали в этом разговоре. Ну вот, примерно это вот так вот происходило. А когда мы уже отсидели, он уже 150 раз извинился, мы отдали его милиции и ехали в общем-то отдыхать. Хотя мне тут рассказывали, что необходимо было его избить, закопать, расчленить или куда-то увезти и требовать выкупа, то люди, наверное, абсолютно неадекватные. Ну, мы себя к неадекватам не причисляем, поэтому считаем, что та акция, которая произошла, она произошла на 100%. Мы показали адекватным лицо, скажем, российского актера, этот актер, это объяснил и в Москве, и в стране. И они должны сегодня понимать, что если ты хочешь переезжать в нашу страну, или в Одессу, и в этой стране жить и отдыхать, значит, ты должен не иметь права про него говорить уничижительно, недетильно, с угрозой, с
Потому что за это будет взяться или патриотов, или органов порядка, если органы порядка, и все будем реагировать. А він був один чи з компанією був? З якою? Один з компанією, було два. Як компанія реагувала? Один, я так розумію, а люди, які так його підтримують, силу якогось там ну, отношення, один з Ленинграда, другий з Білорусі, ну, от як-то так. Ну, тут були, понятно, дівчатки легкого поведіння. Марк, це Богдан Кутєпов говорить, колега Христини. Да. Я от зараз читаю в радіостанції «Говорит Москва», Алексей Панин сказав, що я, звісно, немножко сумасшедший, але я ж не самоубійця, щоб поїхати в страну. Це його запитали, чи він не збирається найближчим часом знову відвідувати Україну. Він сказав, я ж, звісно, не самоубійця, щоб їхати в страну, в якій мене питались убити відкрито. Ну, тобто, чи можна вважати вашу зустріч з ним попиткою убити його? Открытая попытка. Вы знаете, там, как это, безумие русского мира, оно реально безумие. Если бы, например, у нас была цель нанести ему какой-то физический ущерб, то мы бы постарались это как-то сделать, тоже не публично, но я гипотетически говорю. Ну да. Раз. Во-вторых, Панин не такая фигура, которая требует каких-то таких усилий, это безумие. У него был один эпизод, которого он сильно испугался. Когда приехала молодежь, мы ее, конечно, сдержали немножко от рукоприкладства. То есть вообще он не пострадал ни на одну копейку физически. Но потом он сильно боялся, что эти ребята могут реально нанести ему какой-то ущерб. Но мы это ущерб, ну, мы его от этого оградили, потому что любой синячок на теле этого негодяя, это было бы плюс копилку, регуляции, пропаганды. Поэтому никто его убивать не собирается, он слишком преувеличивает свою фигуру, он был счастлив, что все так мирно разрешилось. И, в общем-то, я говорю, что если приехал Охлобыстин, или этот негодяй, который стрелял по нашим ребятам, актерище еще один там бутылка был. Пореченков. Пореченков. Вот если Пореченков бы случайно приехал в Одессу, и СБУ и милиция его пропустили, мы бы, конечно, извинения от него выбивали бы. А? Выбивали бы? Нет, почему бы выбивали? Ну мы бы просто. Но потребовали бы, да? Мы понимаем, что такой человек не имеет права на прощение и извинения, потому что он предельно закончений негодяй. Я пропустила, міліцію викликали, приїхала вона і що? Я пропустила це. Після того, як приїхала міліція? Так. Видела, никакого... Ну, я так розумію, це Одеса, міліція патрулювала, поржала, да, типу? Ні. Міліція була дуже приємна. Вона бачила, що немає ніякого нарушення обстановки. Коли ми подали звернення, ми цього паніна віддали міліції. Наряд, який стояв. Этот наряд, он его увез. Скажем так. Куда он его увез, это выиграл, потому что у меня уже с ним было просто все. Да. Отвезла. И я понимаю, что почему так все произошло, не было запрета СБУ на въезд Панина в страну. Поэтому ни СБУшники не доехали, потому что у них не было оснований его хватать. Ну, у милиции не было оснований, потому что не было уголовного дела. Вот я сейчас уже уголовное дело завели. А до этого, как бы, надо было прийти. Скажіть, ну от ви спілкувалися із самим Олексієм, от, в принципі, про ситуацію, що він взагалі думає, чому він вирішив приїхати на Новий рік в Україну, якщо він там вважає, що тут, якщо всі там... Ну, звісно, ми з ним розмовляли, Он что говорит? Что он глубоко несчастный человек, что он уже год не смотрит телевизор, три недели живет в машине, у него нет денег, он ищет свою дочь, которую у него украли, он сильно любит свою жену, вот в Одессу его вывезли добрые люди, чтобы он просто отдохнул, он даже не знает про интендент с Пореченковым ничего. Ну вот как-то так, он вот... Об этом всем говорил. Он, в общем-то, не ожидал, что к нему придут и начнут его спрашивать. Он про этот эпизод, как я понимаю,
забыл. Когда он реально искренне начал спрашивать, какие у нас к нему претензии, мы ему напомнили этот эпизод, и было видно, что он его вспоминал с трудом. То есть это было для него как эпизод такого генератива, про который он легко забыл. Поэтому он сюда приехал, его вывезли просто... Он рассказывал, как он любит Одессу, как он любит Крым. Угу. Ну, вот. А, до речі, про Крим що він казав? Крим наш чи чий Крим? Ну, Крим він казав, що свої, так, да, безусловно. Угу. Требували у нього змінення за Крим, за Україну, там много разів змінявся. Просто у нас, к сожалению, якщо ви видите цю запись, ми були не підготовлені, у нас тільки от один телефон, ну, який мог це вот все писати. Угу. І тобто там всього 15 минут запись. А вы посмотрите, там еще там 4 ролика, там он по-другому тоже как-то извиняется. Ну, из 3 часов общения вот у нас 10 минут дальше. Я зрозуміла. Ну, в мене останнє питання, якщо, може, в колег ще є питання? Ні. Ну, і, наскільки я знаю, російському актору Олексію Паніну тепер загрожує від 5 до 10 років за посягнення на територіальну цілісність України. Про це повідомив начальник головного слідчого управління сьогодні Василь Вовк. Ви, як людина, ну, як люди, які там не те, щоб спровокували, але от помітили, да, таку ситуацію, ви будете надалі займатися цією справою і, скажімо, слідкувати, щоб там СБУ дійсно схопило його, якщо він знову перетне кордон України? Ну, як буде? Ви будете слідкувати взагалі за цією справою, за цим актором і далі? Ну, ви знаєте, у нас, к сожалению, или к счастью, настільки багато різних других, более больших і інтересних дел, що Панин – це просто епізод общем на самом деле. Я надеюсь, і таких епізодів много. Но в целом, в цій ситуації, какого-то спокойствия в городе Одессе, да, патриотизма в городе, поэтому это вот я то, что если там ставится, ну я уже сильно в этом сомневаюсь. Угу. Условно, если СБУ, милиция, это проворонит, то мы не проворонит. Это уже абсолютно гипотетическая, ну, ситуация, которую, я думаю, что и прожить это не может. Нам важно, чтобы русские люди поняли одну простую вещь. Украина с удовольствием будет принимать, а Одесса тем более, как многонациональный город, любых людей на отдых, на жизнь, но если эти люди не будут пытаться плевать и унижать и нашу страну, и наш город. А если они это будут делать, значит они готовы, должны быть за это отвечать. Ну вот, вот так. И я очень рад, что в России поднялась вот эта вот волна, и все те веселые интеллигенты, которые стремят нашу страну безусловно, разными эпитетами, они теперь точно поняли, что как минимум в городе Одессе будет ждать очень нелицеприятный прием. Марк, кстати, СБУ, извините, вот СБУ, я бы хотел, вот раз мы в эфире, не знаю, хотел бы задать вопрос. Панин, когда прилетел в Москву, сказал, что много одесситов, которые летели с ним в самолете, кричали, там какая-то женщина кричала, что передайте Путину, мы его любим. Вот я бы хотел нашему одесскому избушникам, я им задам вопрос, посмотреть списки этих граждан, которые летели в самолете, и провести их проверочку предварительную, что это за ответственные сепаратисты летают и позволяют вот такие высказывания. У нас очень простая позиция. Мы не позволим агитацию про путинскую, про российскую в нашем городе. Открытую никогда и никому. Я зрозуміла, дякую.